встреча с Самвилем получилась интересная, но как бы тяжеловато все равно было. Маленько душновато было на стадионе Швеции, прохладнее как бы было все равно на льду. А так старались, играли на победу, и, в принципе, все удачно получилось. Только-только вернулись из Швеции, как себя чувствовали, насколько тяжело было сегодня? Ну да, было тяжеловато, как бы потом вроде вкатились, ну и начали, что тренер просили нам было добавлять скорости в игровом мышлении, нормально, забили свои голы и выиграли. Второй период, ну не слишком удачно, прямо скажем, провели, да? С чем связываешь, чего не хватало? Ну, даже не могу сказать, потом нам ошибки тренера скажут. Так, может, где-то... У нас, в принципе, тоже были моменты забить гол, и они забили, мы не забили. Ничего страшного. Главное, что потом в третьем собрались и выиграли. Завтра игра с Новокузнецким «Металлургом». По-особенному будешь настраиваться? А, и завтра, сегодня улетаем в сборную, не получится сыграть. Что бы хотел... Судьба, видимо. Что бы хотел сказать своим бывшим партнерам? С Новокузнецким-то? Да. Ну... Удачи им, они молодчики, я следил, они кубок Казахстана выиграли, как бы здорово, все равно переживаю за свою команду, за свой город. Ну, им пожелать тоже удачи, но хорошие игры, завтра буду тоже смотреть, наверное, матч. И, буду болеть за Уфу, за свою команду сейчас, которая играю.